Здравия будьте, бояре, с вами Волколак. Сегодня у нас обзор еще одной игры, посоветованной мне Кириллом Рыбаковым. Но в отличие от предыдущей игры, которая была хороша, это полное днище. Встречайте. Кальвина Нуар. Игра была разработана инди-студией Кальвина Нуар ЛТД и вышла в 2015 году. Это их первая и, слава богам, единственная игра, так как этим мистерам вход в индустрию заказан. Сразу хочу отметить единственный плюс игры – музыка. Я люблю джаз, поэтому музыка мне здесь нравится. Не скажу, что джаз здесь хорош, но неплох. Слушать можно, но желательно не очень долго. А вот все остальное в игре – это 3.14 сдец. Начнем с меню, ведь в нем есть первый минус. Всегда запуская игры первый раз, я захожу в настройки. И что мы видим в этой игре? А нихера. В настройках пусто. Ничего нельзя настроить. В таком случае у меня вопрос. А зачем в меню есть кнопка настроек? А? А? Ну, нам никто не ответит. Знаете, где последний раз я такое видел? В Гульмане. Но Гульман сделал Святослав Гуляев. И как сказал король... На мой взгляд, совершенно шизанутый товарищ. Причем Гуляев делал игру в одиночку, а эту игру пилила компания разрабов. Что это за херня? Запускаем игру, и что мы видим уже здесь? А то, что заставки не пропускаются. Я жму на все клавиши, вообще на все. И ничего. А это знаете, где я видел? Правильно, в том же Гульмане. И в польских шутерах середины 2000-х годов. То есть разрабы из Кальвина Нуар ЛТД не только сделали игру на уровне разработки одного человека, еще и не программиста, а художника, так еще и деградировали в плане разработки игры с 2015 в 2005 год. Это надо уметь. С таким отношением к игрокам им прямая дорога в Беседку или EA. Они также к игрокам относятся. Но вернемся к игре. Я вырежу чуток, дабы вас не мучить. Игра очень неспешна, очень. Все происходит максимально медленно. Диалоги, передвижение, какое-либо взаимодействие с миром игры. Все. Касаемо геймплея. Камера прикреплена к персонажу. Как-то двигать камеру нельзя. Не перетягивать изображение, не отдалить или приблизить. Ничего нельзя. Жанр игры Stealth Action Platformer. Из перечисленного здесь есть только стелс. Я не сильно люблю стелс, разве что есть некоторые исключения из этого правила. Например, Hitman, Deus Ex. В них стелс сделан так, как надо. Когда он хорошо сделан, я за стелс. Но когда стелс сделан через пень-колоду, получается херня. Здесь стелс сделан именно так, очень коряво. Нужно либо быть в укрытии, чтобы враг вас не заметил, либо, когда он повернется спиной, подойти и задушить его. Больше никаких взаимодействий с врагами здесь нет. Оружия в игре тоже нет. А еще нет сохранения. Игра сохраняется сама по чекпоинтам. Графически игра очень хочет казаться This War of Mine. Но здесь подобный стиль графики не работает. Он здесь не нужен. Ну и картинка к тому же сильно замылена. Я понимаю, нуары, все дела. Но нуар хорош там, где он уместен. Сесть от него проку нет. А так на экране постоянно идет дождь, делая картинку еще замыленней. Также в темных помещениях вообще ничего не видно. Иногда персонажа трудно различить с фоном. Такое обычно делают, когда хотят прикрыть плохую графику. Управление здесь осуществляется мышкой. Но из-за того, как все медленно происходит на экране, чувствуется какая-то тугость в управлении. Вообще складывается впечатление, что игру делали для мобильных устройств. Типа iOS и Android. Но потом, по неведомым причинам, игра вышла только на ПК. Вспоминается история с первой годикой, ну да ладно. Про сюжет я ничего говорить не буду, так как он здесь никакой. Не вытягивает убогий геймплей. В это просто неинтересно играть. По итогу, игра Кальвина Нуар никакая. Нет, даже не так. Она не заслуживает никакой оценки. И уж тем более никаких денег. А она их требует. В RU-сегменте Steam она стоит 170 рублей, в евро-сегменте 7 евро. Но на самом деле она не стоит и ломаного гроша.
На этом все. Все, что хотел сказать, я сказал. Поэтому подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Подписывайтесь на группу ВК, ссылка в описании. Обязательно расскажите об этом видео и об этой игре как можно большему количеству народа. Хоть ей уже и 5 лет, но все равно они могут не знать и купить ее случайно. А этого нельзя. Всем удачи и увидимся!